Потеряев Станислав Федорович, главный инженер СПК колхоза имени Ворошилова Труновского района Ставропольского края. Хозяйство одно из крупнейших в крае. Его площадь пашни превышает 25 тысяч. Уборочная площадь зернобобовых около 20 тысяч. В прошлом году мы приняли кардинальное решение и купили 10 торумов 785. Чем обосновано вот такое решение? А тем, что мы имеем уже опыт большой эксплуатации нашего зерноуборочного комбайна Торум. У нас были 730-е, 750-е. И вот на данный момент решили купить именно такие энергонасыщенные, современные, высокопроизводительные машины. Звено из 6 торумов убирает быстрее, чем звено из 8-9 комбайнов другой марки. Это доказано на практике. Поэтому одно из того, что сподвигло нас, как раз вот это преимущество. Комфорт, если сравнивать с предыдущими комбайнами, которые у нас были, конечно, это нам большое отличие. Больше объем кабины, обзорность кабины, и по шуму намного тише. Ну, соответственно, там есть кондиционер, который более позволяет прохладно, в комфортных условиях работать механизатору. У них поломки намного реже происходят, чем у других комбайнов, других марок. Поэтому в случае гарантийного у нас очень тесная связь с сервисным центром «Югпром». В течение, ну, буквально 2-3 часа или консультации получаем, или квалифицированную помощь. Мы шли не первый год для того, чтобы массово применять Торум 785. Она оправдана и экономически, и по временным показателям, и по качеству. Режим обмолота у Торума, у роторной машины, совсем не такой, как у наших традиционных комбайнов. У него мягкий режим обмолота, поэтому высокие показатели на кукурузе, на горохе. Я вам приведу примеры жизни. Когда мы первый раз Торум применили на кукурузе, у нас за втоком была довольно опытная женщина, умная. Сразу раздался мне звонок. А что не так? Я спрашиваю, а в чем дело? Почему нет трабленки? Я говорю, это комбайн другой. Комбайн Торум. Ростсельмаш. Агротехника профессионалов.